Здравствуйте, с вами Роман, и мы продолжаем играть в Террарию. Закончили мы на том, что собрали серебряную бронь, нарыли еще немного динамита, не нарыли, а купили. Так что погнали. Тупые слизнячки. Так, мы еще разочек сюда спустимся, туда, где мы дыру сделали, и сходим в самый низ, где мы там прокопались, и еще немножечко повзрываем. Ай. Ну ладно, ничего страшного. Так. Тихо, я там, кажется, видел изумрудики или что-то в этом роде. Эмералды, так скажем. Так, хорошо. Спускаемся. Вот здесь я рыл эту дыру. Да, я сейчас мог насмерть расшибиться, конечно. Это я понимаю прекрасно. Так. Пиранья. Так. Где-то здесь я был. Тут я еще спускался. Да, я помню. Золотая рыбка. Где же я тут спускался? Кто мне не подскажет? Вроде бы явно не здесь. Может и здесь. Да, где-то тут я спускался. Определенно. Потому что такие тоннели сами по себе не возникают. Так, вот, да. Та самая шахточка. Так, хорошо. Мы идем по правильному пути. Ровненько, так скажем, вниз. Хорошо, спускаемся. Все ниже. На то самое место, откуда я телепортнулся. Никогда не пробовал просто строить дома на такой глубине. Интересно было поржать, получится. Так, вот мы спускаемся. Все глубже и глубже, в темноту, к обсидианчику уже близко. Так, тут все затоплено. Так, я помню, что я тут вырыл такой канальчик. Так, хорошо. Мы спустились. Так, мы уже все ближе и ближе и ближе. О, золото. Отлично. Так. Тут у нас куча серебра. Тоже пригодится. В принципе, я уж не знаю, зачем броню я сделал, в принципе. А инструменты мне вряд ли понадобятся уже серебряные, потому что они слабенькие. Хотя, конечно, у меня тут все еще кувалда моя железная. Не очень круто. Ну ладно, так. Брось мышь. Так, ладно, серебро собрали. Так, идем дальше. Так, ну уже достаточно глубоко. Так, скелетик. Ой. Ай, блин. Больно. Так. Блин. Зараза. Так. Окей. Мы очень глубоко. На самом деле. Так. Спустимся еще немножечко, так скажем. В поисках приключений на свою жопу. Так. Вот сюда мы и начнем швырять динамит, пожалуй. Хе-хе. Так, раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Посмотрим, что из этого выйдет. Мама. Куча лавы течет. Так, там я вижу золотишко. Золотишко я, пожалуй, возьму. Это очень сейчас нам нужная вещь, если мы хотим встретиться с червяком, с тем большим страшным. Так. Да. В общем, золото нам очень пригодится. Моя лава все натекает. Вот влажно. Так, стоп. У меня есть небольшая идея, так временно. Оп, отлично. Теперь меня не затопит в любом случае. Поэтому можем говорить так. Отлично. Золото у нас в кармане. Оп, фу, пронесло. Так, надо на будущее тут, пожалуй, поставить вот так, чтобы не топиться в этой лаве. Так. Пророй пониже, чтобы не убиваться почему зря. Так. Так. Смотри, смотри. Так. Значит, по-моему, почти подходящее место уже для динамита. Так. Ну, вроде да, не должно ничего задеть. Так.
хорошо. Бросаем динамит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, очень хорошо. Очень глубоко. Достаточно. Такие, ай, все погорело, все погорело. Так, раритетные вещички. Все горит. Ладно, бывает. Так, серебро. Так, бомбы. А, как я точно попал. Хорошо. Так. Это руда наша, как ее демонитовая. Я ее возьму, пожалуй. Так, хорошо. Мы, судя по всему, должны быть, по идее, очень глубоко. Ой, здесь аж два сердца. Хорошо. Получил скелет, мой начальник. Военно-начальник, или как там тебе? О, да, у меня жизни все больше и больше. Приближаемся к максималке. Так скажем. Ага. Так, там еще лава. Понятно, там мне не пройти. Так, посмотрим. Блин, меня ж прям пугает, как они там убивают собой лаву. Самому туда нырять не хочется, по-любому. Так. Серебро. Хорошо. Так. Надо что-то придумать. Здесь какая-то пещерка, собственно говоря. Возьмем бомбы. Так, не туда она выкинулась. Ну и ладно. Бомбы это динамит. Но кое-как помочь могут, конечно. Так. Так, мы уже очень глубоко. Судя по всему. Хочу дорыться. Да, да. До самого. До крайника, короче. Так. И все будет в ажуре. Так, хорошо. Мы очень глубоко. Да, мы в аду, мы добрались до ада. Как это не ужасно. Так. Посопрем тут все, что можно. Так. А вот оно, дно мира, так скажем. Моя кирка навряд ли может это добывать. Однозначно нет. Так, ладно. Что мне делать в аду? Мне, собственно, в аду делать нечего. Мама. Дракон. Скелет. Это ж ужасно. Что, золотишко или... Боюсь я, что он ко мне сейчас припрется. Это у нас железо. Ну, железо мне не вперлось. Так... Окей, не нужно мне железо. Так, этим мобам пофиг на лаву, это я помню. Хорошо. Фух, стримок-то какой. Так, рано я сюда лезу, если честно. Но что мне остается? Интерес превыше всего. Так. Могу найти, собственно, для себя полезного. Да ничего особо. Так. Ох ты, тупой слизняк. Из тебя сейчас лава выльется. А, нет. Класс. Могу спереть вот это. Могу ведь? Нет, не могу. Ужас. Так, тихо. Сейчас я должен разобраться с ним. Готов. Так, отлично. Так. Стримбак-то какой. Так, не зря я сюда полез. Так, отлично. Пепел. Да, услышишься. Так. Что я здесь забыл? Я все равно не смогу открыть ни одного сундука. Ай, эти камни еще меня обжигают.
Смертельный номер, братья. Yes. Ай. Демон вуду. И здоровье, здоровье. Отлично. Ух ты же, дёныша. Готов. Кукла вуду есть. Ага. Вот только в лаву сейчас ее бросать не надо. Это однозначно. Я просто не переживу этого. Так. В любом случае, это прям факт. Однозначный факт. Так. Так. Кыш, надоедливая мыша. Маманчики! Нет! Вот, смертельный номер не удался. Но, по крайней мере, побывали в аду. Теперь у нас есть сюда дорога. В общих чертах. Кое-какая, хоть какая-то. Так, ладно. Включи меня. Я пока посмотрю, что можно сделать. Так, это фигня, фигня мне не нужна. Так, обсидиановая стена кирпичная, да? Ладно. Так, это не нужно, это не нужно. Это возьмем. Так, серебро где-то тут было. Ага. Так, пепел мне не нужно, это мне не нужно, это мне не нужно. Мы сейчас заюзаем, это мне не нужно, не нужно. Это я возьму, пожалуй. А, вперлись они мне. Так, это мне не нужно. Так, факела лишние мне тоже не нужны. Будем, бог с ним так. Зелье обсидиановой кожи. Класс. Когда я их успел найти. Так. Я помню, я его специально варил много раз раньше. Так. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут будет. Так. У нас семена порчи в разных сундуках лежат. По-моему, или нет. Странно. Ну ладно, так. Сейчас посмотрим. Так. Семена грибов. Это вообще нафиг не нужно. Так. Сейчас посмотрим. Так. Сколько мы из этого слитков сможем слепить и что у нас из этого получится-то. Всего 8 слитков. И еще 13 слитков. Так. Понятно, скинем с таким. Так, это сюда уберем пока. Так. 16. Ну да, из этого ничего дельного пока не выйдет. Так, где-то у нас было много дерева, по-моему. Ага. Отлично, так. Сделаем себе серебряный молот вместо железного. Разницы никакой, честно говоря. Железный молот, серебряный молот. Чуть урона у него побольше, но это смысл, я вообще не понимаю. Так, ладно. Так. Братюнь. Так, я тебе это продам, железный молот. Нелегальная часть оружия, 75 золота, ё-моё. Так, окей, ладно. Жизни у нас 340 теперь, хорошо. Денег у нас мало. Нехорошо. Так, ладно, жесткач. Так. Можешь попробовать дойти до края мира какого-нибудь. Тем больше я теперь бегать умею. Армия гоблинов прибывает с запада? О, жесть. Ну, это, пожалуй, в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте, оценивайте. Если вы здесь впервые, подписывайтесь. До свидания.